Сначала он, Ханс-Петер Амман, провел серию мастер-классов по фотографии под названием «Искусство выбора». Затем здесь же, в галерее «Бонумфактум», при поддержке швейцарского бюро по сотрудничеству посольства Швейцарии в Узбекистане, был представлен совместный проект Аммана и Павла Кима «Encounter». Эмоции, которые остановили на мгновение, эмоции, которые поймал объектив фотокамер, эмоции, которые вошли в сборник постановочных и совершенно новых фотографий, запечатлевших моменты матери, которая встречает двух своих сыновей после долгого отсутствия в их родном городе Бухара. Это все «Encounter». Идея данного проекта, она зародилась 2 года назад, когда Ханс-Петер был в туре по Узбекистану. То есть он посетил важнейшие города, вот исторические, такие как Самарканд, Бухара и Хива, и был очень впечатлен атмосферой, архитектурой. Вот. И мы познакомились с ним на мастер-классе, потом мы пообщались и вот пришли к такой вот идее, как совместного проекта, что мы можем что-то сделать вместе. Творческий тандем Ханс-Петера Аммана и Павла Кима – это результат плодотворного сотрудничества швейцарского кинорежиссера и ташкентского фотографа при участии актеров из Бухары. Весь процесс работы над проектом проходил в арт-резиденции «Бонумфактум Гэллери» в Бухаре при поддержке швейцарского бюро по сотрудничеству посольства Швейцарии в Узбекистане. It is the most important thing. It's more important than Tashkent for me because we did everything in the art residency. I had Shakhnoza sent me a video, a Russian video, where you could see the place. And I thought, oh, this is very nice. It looks interesting. But actually being there, living there and working there was wonderful because it's really a place of encountering, of meeting people, creative people, painters, writers, visitors, who all have one aim, which is basically making good art. And so, I mean, yeah, it was fantastic. Познакомиться с коллаборацией двух мастеров, увидеть экспозицию можно до 20 октября в галерее «Бонумфактум».